начали, вернее, не начали, мы дошли до 5 главы, именно вот этого послания Иоанна, в котором мы еще не раз встретимся с таким вот категоричным мнением Иоанна. Почему я на этом остановил внимание? Потому что в последнее время враг особенно стремится показать всем людям, что есть не только один путь ко спасению, Евангелие, но все ведут ко спасению. И нам иногда очень трудно бывает на такие возражения отвечать. Ну как это, только вы одни знаете Писание, или вы одни спасены? А что, эти остальные люди не будут спасены, если они не так понимают? Вы знаете, что? И, ну, с одной стороны, ну и правда, с одной стороны, так. Поэтому мы очень сильно должны благодарить Бога, чтобы вот это учение евангельское стало нам доступно. И пусть даже сегодня люди будут упрекать нас, что мы как бы взяли монополию на истину. Мы ее не брали. Мы ее не брали совершенно. Господь дал нам ее. И может быть, действительно, кому-то и обидно, почему-то именно только так. Ну так. Вы знаете, что истина есть одна. Вы, наверное, это знаете. Есть одна абсолютная истина. А если где-то что-то чуть-чуть не так, но то уже не истина. Потом хотим мы или не хотим, но по одному и тому же вопросу нет двух истин, есть одна. И Священное Писание прямо указывает нам, что евангельское учение ведет к спасению. И кроме Христа ни в ком другом спасения нет. Не поймешь? Погибнешь. Поймешь, слава Богу. Это категоричное утверждение, потому что это слово от Господа. То евангельское учение, которое мы исследуем, по которому хотим жить, по которому стараемся жить. Почему я так говорю? Потому что часто не живем. Есть у нас немощи, есть у нас недопонимание где-то в чем-то, но если мы имеем такое направление, если мы имеем такое желание, и оно не основывается, это желание, только на желании одном, но есть действия определенные, по слову, как написано, то и будем жить. Будем жить так, как написано. А вся сущность в чем заключается, как мы должны жить? Любите друг друга. Вот и все. Это самое главное, именно то самое необходимое, что сегодня нужно не только нам, но всему человечеству. Потому что ядро всей жизни – это любовь к Богу, а потом друг к другу. Почему сначала к Богу? Потому что нам ее просто, если это будет наше человеческое, нам ее просто не хватит, не будет откуда брать. Будем говорить так. Терпел, терпел и не выдержал. Или любил, любил, а сегодня уже возненавидел. Потому что любил не той полной любовью и обладал не тем полным терпением, которое дает Господь. Первый стих 5 главы. Вообще-то я хотел немножко вспомнить прошлый наш разбор, когда я отвечал на вопросы. К сожалению, я на них вообще не успел ответить, потому что время наше прошло. Остались некоторые вопросы неотвеченными. Поэтому, может быть, вы задавали тот вопрос, на который вам надо было получить ответ, но он остался неотвеченным, то можете задать еще. Если это вопрос не любопытства, а вопрос насущный, жизненный вопрос. Вы знаете, что есть такие вопросы, которые, ну, просто вопросы любопытства. Есть вопросы жизненного порядка, без вещения которых просто-напросто мы не будем знать, как поступать, как реагировать на те или другие поступки чьи-то, или сами не знаем, как выразить то или другое по-евангельски. Чувство свое или мысль, потому если они возникнут или возникли, можете их задать.
Первый стих с пятой главы. «Всякий верующий, что Иисус и есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Я обращаю внимание на слово «всякий». Под этим «всякий» мы должны поставить всех людей, которых мы сегодня различаем один от другого. И прежде всего, на первый взгляд, вы знаете, что разделяет нас? Это наш потенциал духовный, я имею в виду, разум наш и наше образование. И очень часто можно слышать, что он неграмотный, потому он ничего не может знать. Вот что интересное в евангельском учении, которое нас преобразует, оно независимо от нашего образования, независимо от сословия, проникает в наше сердце, и это сердце рождает к жизни. И это сердце способно воспринимать ту истину, которую Господь говорит. Потому всякий. Я, допустим, если очень сильно захотел человека научить чему-то, наверное, не всегда добился бы успеха. Потому что я не знаю состава этого человека. Я не знаю его сильных сторон. И я не знаю, откуда начать, чтобы его научить. То Бог, который нас создал, Он знает, с какой стороны начинать с нами работу. И потому всякий, если он верующий, что Иисус и есть Христос, от Бога рожден. Вот почему сегодня для каждого из нас Господь приготовил свой путь ко спасению. Что я имею в виду свой путь? У него один путь, евангельский путь. А вот как нас подвести к этому пути? У каждого из нас своя судьба была. Почему она разная? Потому что мы разные. И каждому человеку у Бога есть свой подход. И он, как Творец, знает, с какой стороны надо подойти. Для примера, я напомню несколько случаев, которые будут характерны, именно вот будут работу Божью характеризовать. Вы этот случай или пример слышали от проповедников, потому что кто-то однажды его рассказывал в нашей церкви. Значит, у этого брата было очень сильное желание. Ну, церковь деревенская, вы знаете, все-таки там люди этой работой настолько загружены, что им часто и как-то времени не остается, чтобы почитать даже. Пробежали, работали на производстве, потом у себя отработали почти смену, а потом уже в собрание идут еще в придачу. Ну, такая жизнь. Все-таки в городе, в некоторые меры это проще и легче, мы должны это понимать. Ему очень хотелось, чтобы Господь совершил призыв и звал своего соседа часто. И наконец он согласился прийти. Он уже молится: «Господи, ну, когда мы придем, ну ты дай братьям слово, которое они могли бы сказать так, чтобы этот человек мог сердцем принять и покаяться». Вот он приходит, встает брат-старичок и начинает читать родословную и перечисляя, кто сколько жил. Ну, вы понимаете, мы эту родословную и читать-то не любим. Тот жил столько, то... Когда исследуем Писание, нам важно, кто от кого произошел, кто за кого зацепился и так далее. Оно важно, эти года, когда мы их понимаем, еще важно. Но так вот просто, и он уже, знаете, что в такой панике, ну, напрасно привел. Потом, когда он покаялся, он спрашивает: ну, что тебя привлекло в этом? Говорю: знаешь что, у меня сразу голову мысь. Это ж люди, говорят, столько жили в древнее время, а сегодня не живут столько, в чем же дело? Ну попробуйте вы сами выяснить, что этому человеку надо предложить, чтобы его заинтересовать. Да никогда не догадаешься. Потому здесь Священное Писание говорит,
Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. То есть вот эту веру, которую Господь его в сердце вложил, не мог никто вложить, кроме Бога. И потому здесь он уже очень не верует, несмотря на свое образование, несмотря на то, что он кажется для других людей забитый человек, который ничего не понимает. Но если он верует, что Иисус Христос от Бога рожден, то значит Бог нашел к нему доступ, несмотря на его уровень, ну, на наш взгляд. Он рожден от Бога, не надо сомневаться. Почему? То самое главное, что поверить, что Иисус есть Христос. Потому что в нем одном спасение. И, наверное, это самая большая проблема человечества на сегодняшний день. Поверить, что без Христа невозможно жить. Говорю, да как невозможно жить без Христа? Что я меньше, чем ты имею? Что у меня работа хуже, чем твоя? Ну, понимаете, на чем базируется сегодня рассуждение? Поэтому здесь Слово Божие говорит так. Если человек поверовал, что Иисус Христос есть Сын Божий, от Бога рожден. И дальше следует один из параметров, по которым мы узнаем, рожден или не рожден. Я неоднократно останавливался на мысли, что не все те, которые стояли перед кафедрой, не все не родились. Помните, я вам говорил о покаянии? Что не всегда покаяние, когда человек плачет. Я позволю себе сегодня напомнить вот эту мысль, которую я высказывал, и только потому, что я нисколько не сомневаюсь, что здесь есть люди, которые этого не слышали. Почему мы так ошибаемся часто? Потому что мы, когда каялись, то мы привыкли все мерить по себе. Раз мы выходили, раз мы плакали, и мы помним, о чем мы плакали. Мы сожалевали о своих грехах. Но очень часто бывают люди, которые приходят к нам в молитвенный дом. Их сюда нужда большая загнала. Иначе вы сами хорошо понимаете, что пойти в молитвенный дом, это надо претерпеть очень много, потом понять, что это последний шанс на то, чтобы стать хотя бы человеком, то надо хотя бы вот это использовать. Или испробовать этот метод. Почему? Потому что семья разваливается, имел золотые руки, и их не стало то ли из-за пьянства, то ли из-за наркомании, то ли из-за разврата, или еще чего-то. И человек видит, что жизнь искорожена вся. Все действительно разорено. Идет сюда и плачет. Но плачет не о грехах, которые к этому привели, а плачет потому, что работу потерял, жена ушла, семья развалится, и он плачет. Но это не покаяние. Настоящее покаяние, когда человек понял, что плакать надо не о том, что развалилась семья, о том, что грех есть, который это сделал. И когда человек понимает, что надо просить прощения за грехи сделанные, и оплакивать свое поведение, то в это мгновение, через Дух Святой, при его покаянии, Господь прощает грехи, и рождается новое сердце. И тогда, как следствие, он любит идти в молитвенный дом. Не просто идет сюда под страхом, что если не пойду, то что-то будет. Не в этом дело. Но его просто тянет. Не просто под нажимом. Не просто потому, что кто-то его там унизит или еще что-то. Но как-то где-то внутри его сердца, кажется, независимо от разума, у него есть влечение. И здесь Священное Писание говорит, и от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного им. Если же у тебя перевернулось сознание, образ мышления поменялся, понял, что то, что ты называл черным, есть белое, а то, что называл белым, это черное, сегодня уже понял, все расставил, то значит, ты будешь благодарен Богу и любить его. А если будешь любить Бога, то ты не можешь не любить тех, кого Бог любит, и кто так же, как ты, тоже рожден был.
А если ты этого не испытываешь, значит, что-то недоделано, неглубокая работа. И потом вот такие люди, они, как правило, пойдут раз, пойдут два, пойдут три. Но покуда что-нибудь новое им говорят, им вроде бы интересно. Знаете, у людей есть такое желание. Вы помните, Павел, когда пришел где-то там в Грецию, не помню уже точно где, то говорит, там чем люди отличались? Они очень любили что-то новое слышать. Очень любили. И мы сегодня такие. Если проповеди, ну, чтобы такие, которых мы не слышали. Если та же самая тема, чтобы было на суперуровне и на той глубине, что уже действительно дух захватывает. Но если просто прочитать, как Ян часто говорил, братья, любите друг друга, это что-то было за проповедь. Мы-то давно знаем. Прочитал и сел. Ну да, я не за то, чтобы прочитал и сел, потому что Библия говорит, читали, потом изъясняли написанное. Помните, Неемия и Ездру? И народ понимал прочитанное. Но вообще-то, если наши сердца рождены Господом, рождены для Господа, если мы знаем, что Бог нам что-то будет говорить через свое слово, то будем с желанием идти сюда и будем любить таких же, как мы, которые Бог оправдал и которые сидят рядом с нами. Любишь чародившего, любит и рожденного от него. Потому что у них один дух, у них одни мысли, одно направление. Если же вы в своей жизни не замечаете вот такого состояния сердца, значит, надо искать причину, почему это так. Значит, есть еще нечто то, которое живет внутри вас, которое возбуждает вас. Вы же знаете, я вам напомню ту прописную истину, которую мы должны знать, от которой мы никуда не можем уйти, что Бог ненавидит грех, но любит нас, несмотря на то, что этот грех живет в нас. Он все-таки не ассоциирует грех с нами, он наказывает нас. И когда он наказывает, это очень тяжело. Мы готовы бежать, ну, не знаем куда, чтобы только освободиться. Но это не говорит о том, что Бог уничтожает нас. Он хочет уничтожить грех наш. А мы настолько шли вместе с грехом, что он бьет по греху, а попадает нам. Потому что мы шли с ним вместе. Мы не раздельно с ним стали. Потому, если сегодня я беру себя сначала, потому что я говорю. Если я почему-то стал ненавидеть кого-то, то дело не в том, который это произвел. Я понимаю, можем вызывать друг друга на ненависть. Можем еще что-то делать. Я понимаю, что мы можем провоцировать какие-то поступки один у другого. Но если я возненавидел, то вина во мне, а не в том. Потому что у меня есть порог, который разжигает эту ненависть. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не оправдываю тех, которые нам делают вред. Я совершенно не защищаю их, потому что Библия осуждает. Но если я сегодня возмутился, или, ну что, или рассердился, ну что еще? Ну или обиделся, то все-таки виноват я, а не тот. Потому что Божья любовь, она называет вещи своими именами, но все-таки продолжает любить. Я понимаю, что я говорю об некотором идеальном состоянии человека. Мы не идеальные, но вот в таком свете мы не будем кивать на кого-то, а будем искать причину, почему я такой стал. Ведь я призван, несмотря на окружающую обстановку, излучать свет Христов. Если я его не... Потому по-другому, если действовать, то нельзя изменить окружающих. Вы понимаете, в чем дело? Мы призваны изменять окружающий нас мир. Я имею в виду людей. Потому что вот то, что мы видим совершающимся, оно зависит от людей, от их поведения.
И если Павел говорил, наступят времена тяжкие, то не потому, что изменится структура времени. И оно сначала было, ну, каким-то с пластмассы, потом стало железным. Время останется время. Оно стало тяжким потому, что люди будут. И если мы сегодня люди, и хотим изменить мир окружающий, то в первую очередь мы хотим изменить сердца людей. Если сердца людей изменятся, изменятся их отношения друг к другу, изменятся их поступки, и тогда время не будет тяжелым. Но если я сам не стою на должном уровне, если отвечаю злом на зло, если отвечаю словом на слово, то я просто-напросто сам не во свете, и я не могу изменить мир. Я не могу изменить людей. Потому что Бог не может мною пользоваться, нечем изменять их. Потому Господь и поставил так вопрос. С людьми я буду судиться сам, а вот когда ты поступаешь неправильно, то с тобой и буду. Потому что только от тебя зависит. Если мы читаем, что «все могу, укрепляющим меня Господи, Иисусе Христе», то даже не акцентируя внимание на том, что трудности вокруг, то Слово Божие как раз на это и намекает. Если «все могу, укрепляющим Господи», то если было все свободно и хорошо, то не надо было укрепляющего Господа. Но как раз то речь идет о том, что невозможно так просто жить. А все кругом не способствует, чтобы жизнь налаживалась. Все кругом как бы говорит против тебя. Но если я хожу во свете, я никогда не допущу тьму в свое сердце. И как следствие у меня будет тот потенциал, чтобы изменить и отношение тех людей, которые меня окружают, которые не понимают меня и которые не согласны со мною. И это именно будет тогда, когда рожден от Бога и ходишь в Господе. И всякий, любящий родившего, любит. И вот любит, оно не заключается в наших чувствах, оно заключается в выражении делами и словом. Потому что если не будешь любить, я повторяю опять старую мысль, ты никогда не сможешь воздействовать на человека, чтобы изменить его в лучшую сторону. Ненависть, как правило, рождает ненависть. Зло рождает зло. Насилие рождает насилие. А когда мы по-христиански переносим еще то, что отрицательное, и направляется к нашему сердцу, тогда Бог через нас влияет, и люди видят. Они часто говорят так, а мы тебя испытывали, хотели увидеть. Ну что, правильно то, что ты говоришь, что ты в любой обстановке можешь быть христианином, или ты просто, попросту говоря, любишь говорить много? Они наблюдают. И что самое интересное? На работе могут испытывать. Предложить закурить, когда вы сегодня покаялись, завтра пошли на работу. Уже будут вам предлагать. И если вы не устоите, все. Если вы устояли, вам больше не будут предлагать. И будут иметь мнение о вас совершенно другое, чем было вчера. Что все-таки это не растоптанный человек, в нем что-то есть. И это что-то он взял именно в той церкви, куда он пошел. Потому что раньше у него были проблемы, у него были многократные попытки решить вопросы, проблемы, ничего не получалось. Но хотят люди или не хотят, они заметят эту перемену. Потому что вы поступаете по любви. Сначала вы не хотите огорчить Бога. Самое простое, когда вам предлагают сигарету. Вы хорошо знаете, что Бог огорчается тогда, когда мы грешим. И второе, все-таки вы, когда вы устойчивы, то вы провозглашаете победу Божью у вас, что Бог что-то сделал с вами. И второе,
Все-таки вы, когда вы устойчивы, то вы провозглашаете победу Божью у вас, что Бог что-то сделал с вами. А если нет, тогда люди скажут, да ничего, какой был, таким и остался. Помните, раньше пели песню в глубокой древности, каким ты был, таким остался, орел степной казак лихой. А так оно и происходит. Поэтому вот наши поступки, которые сделаны именно в ручке Слова Божия, они открывают любовь Божию, которую Бог в нас совершил, и направляют, чтобы у людей открылись глаза в отношении других людей. Если же мы так не ведем себя, то Бог свою любовь не может через нас проявить. Мы находимся во тьме. Любит и рожденного от Него. Значит, любовь мы часто называем теплом, которое что делает? Согревает. Вы помните Якова? Идите с миром, грейтесь и что? И питайтесь. Но это одна фаза нашей жизни. А вторая, вот, если не дадите потребную, то что пользу, что вы говорили? Ведь ту любовь, которую выразили словами, она должна подтвердиться делом. Не просто словами, а делом. Говорит, скажете, но не дадите. Значит, что? Несовершенное что-то предложили. То, что наоборот, может показать нас как лицемеров и так далее, и так далее. Хотя мы часто не делаем что-то не потому, что лицемеры, а потому, что просто не можем. И такое бывает. Поэтому, когда вас называют лицемерами, не всегда принимайте на свой счет, что вы в самом деле лицемеры. Если бы люди знали, почему этого не сделали, то они правильнее назвали бы причину, но они просто не знают. А вы знаете, когда мы, значит, к человеку относимся с предвзятым мнением, то мы все будем рисовать в том свете, в котором нам приятно его видеть и хотелось бы видеть. Если мы к нему расположены, мы всегда найдем возможность оправдать человека. Я уже тот пример, который я рассказывал, не стану рассказывать сегодня. Хотя он был на ту тему, что, ну, как мы относимся к человеку, того мы и ищем, и то и находим. Захотите найти во мне недостаток, быстро найдете, потому что у меня есть. Захотите найти что-то положительное, тоже найдете. Поэтому Слово Божие, оно не учит нас закрывать глаза на то, что происходит. Оно просто учит нас концентрироваться и жить положительным, и отмечать отрицательное, чтобы искоренить. Это правильное положение. Если сегодня взять за основание, выискивать недостатки в человеке, выискивать недостатки в церкви, вы всегда их найдете с лихвой. И пройдете все церкви, и нигде для себя не найдете ничего ценного. Потому что всегда во всех нас и в любом обществе есть положительное, и вы всегда найдете отрицательное. А в церкви, чем более, вы знаете, почему я говорю «тем более»? Потому что сюда приходят люди, которые часто потеряли все. Которые потеряли здоровье. Часто облик человеческий потеряли. Что вы думаете, за один день он станет святым полностью? Они здесь растут. Если бы церковь была, значит, общество, элита какая-то отобранная была, это был бы другой вопрос. Но как раз-то в церковь часто приходят люди, которые потеряли все в жизни, испробовали все для того, чтобы восстановить, и у них не получилось. И они здесь возрождаются и начинают расти. Поэтому часто бывает, мы и исключаем. Да, делаем, исключаем. Потом я никогда не рисую ни себя, ни церковь идеалом. На этом люди могут расшибаться и разбиваться. И вы сами по себе знаете, сколько раз вы падали, ну, может быть, не глубоко, не настолько серьезно, чтобы где-то разбирали вас. Но были такие моменты в вашей жизни, которых никто не знает, но вам было стыдно за самих себя. Было?
Но, может быть, у вас и не было, вы святые люди, а у меня было. Был? А что делаешь? Было? Что же делаешь? Растем? Уже сегодня того нету, что было. Но когда растешь, 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 а что вы хотите? Ребенок. Вчера покаялся, это родился ребенок. И что с него возьмешь? Потому, помните, мы, когда рассуждали, то мы напоминали, что пишу вам, дети, потому что вам прошены грехи ради имени. Вот и все, что люди знают. Аллилуйя, грехи прошены. А сам идет и делает, что один мне брат рассказывал. О, мне говорит, такое было благословение. Возьму Библию, сигарету в зубы и говорю, читаю, открывается. Ну, я не сомневаюсь, что открывается, потому что Бог хочет, чтобы ты кинул сигарету. Если сразу от тебя отрекся, то уже не достигнет цели, чтобы тебя освободить. Но это не значит, что Богу безразлично, что ты делаешь, чтобы благословлять тебя. И мне пришлось почти, это, наверное, года через два после покаяния очень серьезно говорить о том, что этого нельзя делать. Как нельзя? А мне так хорошо было. А сейчас стало плохо. Говорю, правильно, потому и стало плохо, что ты с этим багажом ползешь. Как тебе будет хорошо? Тебе не будет хорошо. А то, что в первое время ты мог зажать подмышку Библию, сигарету в зубы и идти, тебе было хорошо. Я могу понять, потому что Бог начал работать, тебе и было хорошо. Тебе раньше было пьянство, а теперь только одна сигарета осталась, то хорошо. А то, что она осталась, то плохо. Если ты с ней не расстанешься, то почти что-то другое будет. И пить опять наше, и много что начнется. Поэтому мы должны понимать эти вещи, что происходит. И если мы где-то когда-то знаючи, что где-то в нашей жизни были большие провалы, и Бог нас не отверг, и думать о том, что Бог с нами согласен, ну так же ж не приходится думать. Так же не приходится думать. Что мы любим детей Божьих, это второй стих я читаю. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того. Вот откуда мы узнаем, что мы любим детей Божьих. И это проверка через Слово Божие нас самих лично. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Ну как не знаю? Я многих знаю по имени. И вы меня хорошо знаете. Но что внутри у меня, и вы до конца не знаете, и я не знаю, что у вас. А лично мы сами, мы можем делать себе оценку. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, и что делаем? И соблюдаем заповеди Его. Почему соблюдаем заповеди Его? Потому что заповеди Божьи – это заповеди любви. Они учат нас, как нужно поступать по любви в той или другой обстановке. Почему здесь написано, что мы любим детей Божьих и знаем из того, что мы любим Бога? Тогда надо было написать вроде бы, что любим детей Божьих. Все дело в том, что любить так, как Бог требует, мы не сможем, если не будем любить Бога. Если мы не любим Бога, то мы разрываем контакт с источником этой любви, который у него безграничен. И потенциал его любви гораздо выше, чем нашей человеческой. У нас какие границы нашей любви? Бог ответил, какие границы нашей любви. Что мы любим того, кто любит нас. И это относится не только к нам, верующим людям. Христос сказал, так делает и в мире. Но правда, кто-то однажды сказал, что еще такое явление, когда, говорит, воздается ненавистью за любовь. Говорит, то так дьявол делает. А люди, когда они от него свободны, они за любовь воздают любовью. А Божья любовь, она за зло воздает любовью. И все библейские заповеди, они учат этому. Что любить человека не по заслугам, которые мы в нем видим. И не по его отношению, а потому что он человек, и что он нуждается в спасении. И если он не поступает по заповедям Господним, то значит он находится вне спасения и находится вне удела Господня.
И Бог говорит, что его можно возродить только любовью. А любви на этом уровне у нас нет. Потому что если будешь любить Бога, то Бог будет с тобой. И тогда сможешь любить своих братьев по-настоящему. Потому что вообще-то, я тоже неоднократно это подчеркивал, что когда мы говорим «любить Бога» или «служить Богу», то это, по сути дела, сводится к служению друг другу. Вы помните эту мысль, которую я высказывал? Потому что служить Богу, что-то для Бога сделать, как для Бога. Ну что мы можем для Него сделать? Мы сегодня даже не можем исследовать то, что Он сделал. Это огромная вселенная, это миллиарды световых лет. Это миллионы, как Библия говорит, светов или миру, которые Бог сотворил, похожи на наш. Но что мы можем для Него сделать? Если мы что-то и делаем, то делаем для таких же, как мы. А так как Он эту работу делает через нас, людей, то Он говорит, это вы для Меня делаете. Ну, вы вспомните, если мы, допустим, молились и благодарили Бога за что-то, ну то для Него мы что делали? Мы просто поступили так, как надо, может быть, по морали заложено, на что надо благодарить того, кто нам доброе делал. Если мы, допустим, подчинились Богу, пошли к кому-то, помогли кому-то, но то не Богу уж помогли, по сути дела, а такому же, как мы. А Бог доволен, что нашими руками Он мог кому-то помочь. И очень недоволен, когда нет тех рук, которые могли бы это сделать. Я вас не запутал рассуждениями? Но мне кажется, что ясно говорю. Ну, а может и не ясно, я не могу. Потом будете вопросы задавать в будущее время. У нас будет, как всегда, значит, еще один будет разбор, и через один будут вопросы и ответы, как мы договорились. Если, конечно, Господь позволит, живы будем, не умрем. Потому что это тоже, все на своем месте. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. А почему же нам тяжко? Потому что мы очень слабые. И эту слабость производит грех, который живет в нас, который напрямую противится тем заповедям Господним, которые нам диктует Дух Святой, который мы хорошо знаем. Сегодня возьмите нас. Ну, как бы там ни было, ходим, мы молимся. Но есть сложный вопрос, который трудно определить, как поступить надо, потому что последствия в будущем будут. Но, в общем-то, мы знаем, как полюбить поступать. А скажите, а поступаем? Далеко не всегда. Почему далеко не всегда? Потому что у нас самих кто-то противится исполнению этих заповедей. Ну, напомню одну такую заповедь, которая должна быть присуща всем нам, но которая нами очень трудно выполняется. Я уже однажды говорил на эту тему, сегодня немножко ее затрону, потому что Библия говорит, его заповеди не тяжкие. И любить его как? Как любить? Вот исполняйте мои заповеди, которые я дал. Вот и все, ничего больше не требуется. Есть одна заповедь. Радуйтесь с радующимися, и что делаете? Плачьте. Скажите, сколько мы радовались, когда другому хорошо было? Попробуйте сами для себя ответить на вопрос. Как мы радовались, и сколько раз это было, когда кому-то было хорошо? Но во всяком случае были равнодушны. Еще не было зависти. Но когда у сердца была зависть, то мы не могли быть спокойными, что кому-то хорошо. Мы тогда плакали. А как? А почему? А почему ему хорошо стало? Да на каком основании ему хорошо, мне плохо? Да кто ему дал право жить хорошо, когда мне плохо? И вы знаете, это целая проблема. Потому что кто-то там радовался. Вы поняли, что я говорю? Я сегодня не беру какие-то высокие материи, какие-то глубины. И я беру нашу обыкновенную жизнь. И мало того, если бы только поплакали,
что ему стало хорошо. Так мы начинаем расследовать так, чтобы ему тоже стало плохо, чтобы он плакал. И когда он заплачет, нам становится хорошо. Наконец-то я плачу, и он плачет. Слава Богу, плачем. Я не про то говорю, что он... Я не имею в виду, когда мы каемся в своих грехах, да плачем. Я не про это говорю. Я просто взял... Или, допустим, ну, плачь с плачущими. Я уже взял одну сторону вот этой заповеди, да она на две стороны разложилась. Хорошо. Я знаю такие случаи. Я просто не называю имен, не называю кого. Поехали братья, помогли им очень хорошо. Но когда узнали, что им хорошо, хватит, им хорошо стало. Как это не там, да им хорошо. Так вы же делали, чтобы было хорошо, вы должны радоваться. Да? А куда там будешь, когда ему хорошо? Все, значит, надо сделать так, чтобы ему стало плохо. Тогда опять будем помогать, кому станет плохо. А что постоянно хорошо, что-то за работу хорошо, да хорошо. Кого быть не может. Это уже не жизнь, когда постоянно хорошо. Вот так вот. Вот такие мы люди. Я не хочу сказать, что все... Но если даже кто-то один здесь нашелся такой, то уже будет хорошо. Но просто я хочу, чтобы мы поняли, почему они тяжкие для нас. Почему тяжело именно плакать с плачущим и радоваться, потому что есть порог. И есть то, что не дает покоя. И есть то, что терзает. Но это не то, это ненормальное явление. Поэтому если Христос сказал, что заповеди его не тяжкие, значит они не тяжкие. А если мне тяжкие... Значит, я должен искать, почему они мне тяжкие. Что я несу в придачу к этому? Вы понимаете, что если, допустим, я устроился грузчиком, я как пример привожу. Допустим, я знаю, что мне, значит, 50 килограмм ну, должен переносить. Такие мешки есть сегодня. А у меня очень большой страх. И я, чтобы меня не убили, я еще одел кольчугу внутрь. Есть сегодня такая. И таскаю на себе бронежилет. И мне тяжко. Почему мне тяжко? Потому что у меня есть страх. Страх заставил меня носить броню на себе. И мне уже, я уже не 50 надо нести, а уже, наверное, еще килограмм 20 броня это весит. Вот почему мне тяжко. Вы поняли меня? Но если я сброшу то, что я взял, которое мне не надо, а меня убивать никто не собирается. Просто у меня страх такой. Я не могу без страха ходить. Потому мне тяжко. Почему? Потому что я сам на себя взял то дополнительное, что мне никто не давал, но что мне дал мой порог. Тяжко. А его заповеди не тяжки. А мы говорим, тяжко мне. И я так часто говорю, что тяжко мне. Я имею в виду, в общем, и... Всех вас и себя в том числе. Бывает тяжко. Почему тяжко? Но мы знаем каждый, почему нам тяжко. А Библия говорит, что заповеди его не тяжкие. Ибо всякий, 4 стих, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Вы знаете, что здесь имеется в виду мир, не люди, а система мирских взглядов и поведения. И покуда мы не придем к Господу, и Он не вложит в наше сердце веру, которая будет записана через Слово Божие на скрижалях сердца нашего, и поменяется наш разум. И тогда мы только не будем воздавать злом за зло, как делают миры. Око за око, зуб за зуб. Это будет вера. Мы укладываем понятие вера. Во-первых, послание к евреям, 11 глава, говорит, вера же есть, что? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но есть понятие, которое углубляется еще. Когда мы понимаем веру, это учение наше. И помните, будем стоять и единодушно за веру какую? Евангельскую.
И вот как раз здесь написано, что победа, которая победила мир, есть вера наша. Вера в Слово Божие, вера в обетование Божие. Какие обетования? Что Бог вступается за нас. Вы знаете, что для людей, которые ходят без Христа в мире, для них жить так, как живем мы, это для них гибель. И они правильно говорят, что так, как вы учите, жить нельзя. А как же иначе? Если, допустим, мы читаем в Евангелии, если ударите в одну штуку, подставь в другую, да вы станете так жить в мире без Бога, когда нет защиты, так вам за день все щеки отколотят. Вы не сможете жить, потому что вы не вступили на тот путь, где Христос вас защищает. Мы же когда то делаем, мы знаем, что Господь сказал, без воли Божией и волос с головы не упадет. Если вы мне доверите, то я вас так защищу, как вы сами не сделаете. Потому что у нас есть тот, который дал учение, и сам стоит за ним. А эти люди, которые без Христа, они не могут жить по таким заповедям. Потому что там, если ты себя не защитишь, то и никто тебя не защитит. Поэтому есть большая разница. И мы сегодня можем понять, почему они так понимают, почему они так живут. Потому что они без Бога. Они ему не служат. А Бог защищает тех, кто ему служит. Кто пришел к нему. Кто молится к нему. И когда мы неправильно мыслим, когда мы переносим заповеди Евангелия в мир, где, который не живет для Господа, там так не получится. А они тоже часто берут на себя обетование Божие, когда сами Бог не живет, говорят так. А если бы был Бог, разве Он допустил бы, чтобы мой сын умер или убили? Значит, его нет. А вы спросите, а сколько ты молился Богу, чтобы Бог его защитил? Ты уже молиться не умеешь. Он же понятия не имеет о том, значит, о чем говорит вполне конкретно. Поэтому просто здесь, я еще раз напоминаю, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Второе, на что я свое внимание акцентировал, на Иисусе Христе. Ведь вера сокрывает нас во Христе. И тогда мир ничего не может делать. Когда он направляется к нам, он сталкивается со Христом. И имеет с ним дело. А мы просто наблюдаем за тем, что происходит. Вы скажете, что не совсем наблюдать тяжело бывает, потому что мы все-таки люди. Поэтому нам бывает и тяжело. У нас есть переживания, у нас есть трудности, у нас есть минусы свои. Допустим, как один из примеров. Когда мир ополчился против Петра, вы помните? Когда ее заковали и в темницу, помните? Что он делал ночью? Думал, как, куда написать письмо, значит, думал, как передать на вольше за охранников, чтобы помогли. Он спал. Закованный. 4/4 воинов. Он себе спокойно спит. Вы знаете, почему так было? Он настолько доверился Христу. Господи, ну что будет, то будет. Все вот эти страхи, они наталкивались на Христа, потому что он доверился ему, он был скрытый. Вы в своей жизни не раз испытали, когда попадали под дождь, под град, под холод. Как только вы в дом зашли, все. Хотя ничего не изменилось, дождь продолжает идти. Мороз на улице трещит, но вся разница в том, что 2 минуты назад вы были на улице, а теперь уже в доме, и все. Потому что весь этот холод, вся эта буря, она разбивается о стены, в которые вы вошли, которыми защитились. О Боге написано,
имя Господа, что? Крепкая башня, не деревянный дом, даже не кирпичный. Это крепкая башня. Но все дело в том, что туда может убежать праведник. Убегает у нее праведник. Грешник там не скроется. Это невозможно. И потому он и думает, что ну написано так, но на самом деле не так. Потому что не скрыт. Я вам позволю напомнить себе еще один случай, который вы все знаете, который я напоминал. Вы помните исшествие Израиля из Египта? Последняя казнь. Губитель. И, значит, заповедь, которую Бог дал Моисею, заколоть пасхальную агнца и косяки дверей и перекладину помазать. И что надо было делать? Зайти в дом и сидеть в этом доме с закрытыми дверями. Но если бы еврей заколол пасхальную агнца, помазал косяки и перекладину, а сам сел на улице, он был бы убит. Вы понимаете, Господь дал приказание, и тогда за двери не выходите. И кровь будет защитою. Ангел-губитель пойдет, увидит кровь на домах ваших и пройдет мимо. А если бы евреи взяли, помазали то, что положено, а сами вышли на улицу глядеть, как ангел-губитель будет идти? Они все бы легли костьми там в эту ночь. Потому что они были бы не под защитою крови Агнца. Вот так и сегодня. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Почему я сегодня говорю о вере, а беру примеры вот жизненные? Потому что вера складывается с поступков. Это индикатор нашей веры. Сказать, что я верующий, это одно, а быть верующим, это другое. То вы покажите, в чем вашей вере, что это составные части веры эти чем? Скажите, ваша вера добродетель. Добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение, терпение – благочестие, благочестие – братолюбие, братолюбие – любовь. Вот он башня. Вот такой башни, которая с таких кирпичей сложена, в ней можно скрыться. Но если у вас не хватает благочестия, это дырка в вашей башне, моей. Не хватает терпения. Это вход в вашу башню. Это проломы. Потому что в башнях были проломы. Вы помните, кстати, читайте Библию, вы найдете такое. Вы говорите, в проломы выйдете и будете убегать и так далее, и так далее. Из церкви выходит тоже, церковь тоже башня. А убегают через проломы, которые сами сделали. Проломы. Не все в жизни то, что надо. Есть отрицательные стороны в поведении, в характере и так далее, и так далее. Потому здесь и речь идет, вера наша, но я веру шифрую с разных сторон, что здесь имеется в виду. Потому что только сказать, что я верующий, верю, что есть Бог, это ничего не дает. Это только начало. Вы знаете, что во всякого начала есть еще путь, который впереди лежит. И есть финал. А мы пока что все до одного на пути. Сколько наш путь продлится во времени, это знает только один Бог. А то, что мы на пути, мы это точно знаем. И наша вера не один раз и на предмет доверия Богу, и на предмет поведения, она будет испытана не один раз. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Это дальше углубляется та же самая мысль. Потому что вся вера сконцентрирована на Иисусе Христе. Не на Будде, не на Магомете, не на Аллахе, не на Кришне, не на Шакьямуни, не на других никаких. Вера спасающая, которая имеет будущее, якорь которой находится на небе. Помните послание к евреям?
Ибо надежда для души есть якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю завесу, куда притечший за нас вошел кто? Иисус Христос. Поем псалом. Якорь мой в руках Иисуса, я не пошатнусь. Помните этот псалом? Я не пошатнусь, и так далее, и так далее. Поэтому, говорит, кто побеждает мир, сначала идет вера. А эта вера к Христу подводит. Это ступеньки. Сначала а вера в кого вера? Кому верить? Кто побеждает мир? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Не просто личность умная и легендарная. Не просто какой-то очень мудрый человек, который жил когда-то. Этого мало. И даже не пророк. Вы помните беседу с Христа с учениками, за кого меня люди почитают? Люди почитали Иисуса за большую личность. За Иоанна Крестителя, за одного из пророков и так далее, и так далее. Короче говоря, ему дали титул немалый. Но это было очень мало по сравнению с тем, кто он был на самом деле. Он был Сын Божий Иисус Христос. И когда Господь спросил Петра, а вы за кого почитаете? Петр от имени вообще говорил, что ты Христос, Сын Божий. Он сказал, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небес. Почему ты, Петр, камень? Помните это место писать? И на чем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому вера настоящая, и вера спасающая, она приводит к Иисусу Христу. И тот побеждает мир. Кто все свое будущее, и прошлое, и настоящее, сосредоточил во Иисусе Христе, которого он знает, как Сына Божия, который был мертвый и сегодня жив во веки веков. Другой личности Господь не дал, через которую можно было бы спастись. Это, если так можно выразиться, это центр нашей веры. Иисус – начальник веры, да? Так написано. Начальника веры. Стоит в начале нашей веры. По той простой причине, что с Него и началась новая жизнь. Он стоит в начале. Без Его Голгофской жертвы, без силы крови Его нет, не было бы и не будет другого средства, которым можно спасти человека. Он и есть начало. Он был началом всякого творения. Только что меня не поняли неправильно. Есть такие учения, которые говорят, что Иисус Христос был сотворен самым первым. То когда я говорю начало, я имею в виду, через Него все произошло. Потому что так Библия говорит, все через Него, им и к Нему. То есть закольцовано все. Он начало и он конец. Помните, есть альфа и омега. Начало и конец. Первый и последний. Я был мертв, но все жив. Назвал в этой фразе, в тексте, начало мертвый был, а конец все-таки жив. Для людей этого мира, неверующих, начало жив, а после умру. А дальше человек имеет дело с Богом, то сначала смерть для греха, а потом жизнь для новой жизни. И в конце концов, все-таки торжествует жизнь. Шестой стих. «Все есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью». И в скобочке стоит «и духом». Дух написано с большой буквы. Значит, речь идет о Духе Святом. Не водою только, но водою и кровью. И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Опять все подводится, что истина есть одна. И эту истину нам приносит Дух Святой, потому что Он сам есть истина. Если дьявол сам есть лжец,
дух зла и отец всякой лжи, то Дух Святой есть истина, и всякая правда, и всякая святость. И здесь опять-таки расшифровывается именно, каким должно быть наше отношение к Иисусу Христу. И здесь Иоанн в таких коротких словах напоминает, что сей есть Иисус, пришедший водою и кровью и духом. Как Христос вошел в нашу жизнь как Спаситель? Прежде всего, через Слово Божие и через свою пролитую кровь. Таким образом, Он мог войти в нашу жизнь. По-другому нельзя было сделать. С другой стороны, если рассматривать его, немножко разделить на части вот эти рассуждения, то Он пришел во плоти. А плоть создана, или лучше сказать, что и небо, и земля составлены из воды и водой. Помните процесс творения? Все из воды и водою. Хочу напомнить еще раз, что когда мы об этом рассуждаем, то мы ясно понимаем, что земля, понимаем, что из воды и водою, а вот то, что небо из воды с водой, наверное, не думали, правда? А между прочим, написано, небо и земля составлены из воды и водою. И поэтому Иисус Христос пришел духом, написано, но опять-таки принял плоть, которая тоже начальные кирпичики из воды состоят. Из воды суша, материя, а из материи что Бог сотворил? Человека, тело его. Помните это место Писания? Потом дунул дыхание жизни, и стал человек душою живою. Потом он пришел к нам с точки зрения рождения на землю водою, физическое тело приобрел. Глубже углубляясь, по Слову Божию пришел. А что-то совершил Дух Святой. Вы помните, что было сказано? Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Поэтому зачатие было, чтобы сформировать эту плоть человеческую, оно было от Духа Святого. А в нашу жизнь пришел как Спаситель водою и кровью, потому что без пролития крови Он не смог прийти в нашу жизнь и обновить ее, потому что только через кровь можно было истребить грех. Немножко вот сложное вот это место писать, потому что переплетается все одно с другим. Но в некоторой мере я вот затрагиваю этот вопрос. Не водою только, но водою и кровью. Здесь уже прямо написано, вода и кровь – это часть нашего человеческого естества. И здесь речь идет о том, что тело получил, которое первоначально все-таки из воды и водой произошло, чтобы наши грехи своим телом занести на Голгофский крест, а кровью смыл наши грехи. И Он пришел к нам во плоти и во крови. И все эти две составляющие были необходимы для нашего спасения. А то здесь Иоанн вот таким короткой фразой, но довольно глубокой, напоминает нам, что еще Иисус не просто так пришел в нашу жизнь. Не как царь, а тот, который отдал тело свое на истерзание и кровь свою пролил для омытия наших грехов, для истребления наших грехов. И он здесь вот таким двумя короткими фразами, он очень глубоко вводит нас в ту работу, которую Бог сделал для нас. То есть и Дух Святой присутствует, и сам Иисус Христос в теле, и о крови напоминает, и что Он так вошел в жизнь нашу.
Сначала в наш мир пришел, а когда пролил кровь, когда уничтожил грех, тогда уже смог проникнуть в сердце, чтобы преобразить его. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едино. Еще раз повторяю. Это очень важный текст Писания. Потому что здесь Иисус Христос назван Словом, которое написано с большой буквы. Иисус Христос и есть Слово Божие. Отец, мы как говорим? Отец, Сын и Дух Святой, правда? И это правильно. А вот другая фраза тоже правильная. Она говорит, кто является Сыном Божиим? Его Слово. Это очень важно, чтобы мы это понимали, когда будем беседовать с последователями Мухаммеда. Те, которые ислам принимают. Они говорят, какой может быть у Бога сын, когда у него нету жены? Какой может быть сын, когда Бог един? Вот как раз то здесь говорится о том, сын не так, как мы сегодня, это слово его, сын его, через которое он делает все. Он единородный от него. Вот, допустим, то, что я сегодня говорю, вы видите меня. Мои слова, это ж не я, правда? Но тем не менее, они мои. Они выражают то, что я имею внутри. Сущность некоторой меры. Так вот, у Бога слово, еще раз повторяю, уже в который раз, не сочетание определенных звуков. Личность, равная ему. Вот почему. Когда он сказал, то и сделалось. Когда повелел, то и явилось. Потому что его рожденное слово – это не звуки бессильные. Это личность Иисус Христос, который и сотворил все силой Святого Духа. И здесь я говорю так. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. И сии три – суть едино. Несмотря на то, это личности. А Бог все и творит, и рождает, и родил со свободной воли. Но тем не менее, они не могут идти один против другого. Потому что моя мысль выражает то, что я хочу сделать. Она не может быть другой. Конечно, это такое сравнение, ну, очень примитивное, потому что наша мысль и наше слово, ну, это, во-первых, не личность. Это что-то другое. У Бога это личность. Но все-таки немножко можно провести параллель. И если я сказал слово, допустим, что я тебя, брат и сестра, выведу с молитвенного дома, то и моя сила будет идти за моей мыслью, чтобы вас или привести, или выставить. Мы же единые. Но нельзя, допустим, чтобы я сказал одно и начал делать совершенно другое. Вот в нашей природе мы в некоторой мере можем провести или рассмотреть вот так вот примитивно Бога. Но вы поймите только правильно, что Бог вообще ни на кого не похож. Мы просто какие-то параллели проводим. Поэтому Отец и Сын и Дух Святой, они не могут один другому противоречить. И это очень важно сегодня нам знать. И все не свидетельствуют об одном. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. Опять вода идет речь о нас. Наша троичная природа. Дух написано с маленькой буквы. Дух, вода и кровь. И как раз во Христе это и было сделано. Все его существо говорило о Боге и совершало волю Божию. Почему здесь написано «Дух» стоит на первом месте? Потому что не плоть наша говорит, не плоть наша думает. Разум наш, он помешается и является принадлежностью нашего Духа. Читайте Иова, и вы это поймете. И те, которые однажды
выходили из тела, которое Бог восхищал, а не напрямую говорят, что все то, что знаю, оно вместе со мной и идет. А вот то, что мы сегодня видим наружное, это аппарат, который нужен для того, чтобы существовать в физическом мире. И правильно, будет поражен мозг, конечно, называет такого человека безумным, потому что аппарат не работает. Потому что дух не может проявить себя через него. Бог заключил нас в этот аппарат. Мы все ездим в машинах, правда? Для того, чтобы машина ехала, что надо, чтобы было? Чтобы водитель был здоровый и машина исправная. Если водитель заболел, машина не поедет. Если машина неисправна, водитель ничего не сделает. Больной водитель в аварию попадет. Машина ненормальная тоже попадет. И одно, и другое должно сочетаться. Потому что здесь на первом месте стоит дух, вода и кровь. И еще и три об одном. О чем? Для того, чтобы не упустить вот эту мысль, о чем же они свидетельствуют? На небе и на земле. Свидетельство сие. Я перескочил на 11 стих. Потому что Библия, когда ставит вопросы, она же сама и дает ответ на эти вопросы. Конечно, надо правильно и ответ найти. Это тоже все на своем месте стоит. Но это помогает делать Дух Святой или помазание. Вы помните, я вам в прошлый раз говорил, для того, чтобы исследовать Писание, сначала нужно Писание, а потом помазание Духа Святого, чтобы читать его. Потому что не имея Писания, и помазание ж не поможет. Поэтому Бог так сделал, дал нам Писание, а теперь, когда будешь читать, проси, чтобы действовал Дух Святой тебе, чтобы ты его понимал. Свидетельство сейчас состоит в том, что вот самый центр Евангелия, центр учения Христова, что Бог даровал нам жизнь вечную. Сегодня проблема человечества заключается в том, чтобы жить и продлить жизнь, чтобы сохранить ее. Так вот, Библия отвечает на этот вопрос. Бог дал нам жизнь вечную. А дальше отвечает, что она сокрыта не в научных исследованиях, не в трудах медицинских светил, не в физических упражнениях, которые мы делаем. Но жизнь вечная Бог дал, ищи я жизнь в Сыне Его. Все, никого больше другого нет. Вот свидетельство. О чем свидетельство? Трое на небе и трое на земле. Имеется в виду те трое, которые возрождены для жизни вечной. Потому что те трое, которые в грехах находятся, которые не знают Бога, они не об этом говорят. Хотя предназначение человека – это возвещать славу Божию на земле. Говорить о нем. В ком мы имеем спасение? Кто является нашей опорой и фундаментом нашей веры и спасения? Опять к спасению возвращаемся. Свидетельство состоит в том, первое, что Бог даровал нам жизнь вечную. Хотя люди умирают, но эта жизнь существует, она дана. Но не умирают потому, что не знают Христа. Я не имею в виду этот отрезок нашей жизни человеческой, когда мы все будем умирать, если Христос не придет. Но все дело в том, что Бог смерть, которую мы сегодня переживаем, Он не называет смертью. Вы знаете, как Бог называет наше состояние, когда мы умираем? Сон. Лазар, друг наш, что сделал? Уснул. Они, говорят, подумали, что начал выздоравливать, да уснул. А Христос говорил о смерти. Поэтому для Бога вот то, что мы называем смертью, это сон. Хотя, говоря на нашем уровне, он называет эту смертью. Но когда он говорит на своем уровне, то он говорит, это сон. А вот смерть он называет вечное разделение с Богом. Это Иисус называет смертью, настоящей, стопроцентной. Вы меня хорошо поняли, о чем я веду речь? Вы помните, что Христос воскресил дочь Иаира, помните? Почему он мог ее воскресить? Потому что она спала в его глазах.
Эти две составляющие, тело и душа ее, они рассоединились. Но было одно и было другое. И он сейчас просто сказал, значит, вернись в тело. Помните, он так и скомандовал. И дух вошел в тело, она встала и стала просить чести. И он сказал, накормите ее. Потому что в его глазах, вы помните, Моисея, который присутствовал на горе Преображения, почему он мог там быть? Потому что у Бога ничто не убывает и не умирает. Тот же самый закон сохранения энергии, который вы учили в школе. Что ничто не исчезает, просто один вид энергии превращается в другой. Тепловой, двигательный, еще какой-то, и так далее, и так далее. Вот этот закон, который открыт человечеством, он является и законом, который существует в духовном мире. Только уже на большей глубине, на более высоком измерении, ну и на более высоком уровне мышления Божьего в отношении существующего. Поэтому вот я просто хотел бы заострить ваше внимание еще раз, в чем это свидетельство состоит. Потому что это центр, это стержень Евангелия. Своей жизнью, своим свидетельством. Иисус, когда был, Он и осилил Божие свидетельство. Он свидетельствовал и о прошлом, и о будущем. Но вообще вот эти остальные вопросы вращаются вокруг стержня самого, стержня Евангелия. Что Бог даровал нам жизнь, а это жизнь в Сыне Его. Все. Я возвращаюсь к 8 стиху. Ибо три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. Ищи и три об одном. 9 стих. Я специально перебросился на 11, чтобы дать ответ, о чем они свидетельствуют. А сейчас давайте будем немножко говорить об этом в том разрезе, как Иоанн хотел нам сказать, что он хотел подметить. Если мы принимаем свидетельство человеческое, мы принимаем свидетельство человеческое, правда? Когда нам о чем-то говорят, мы же принимаем. Он говорит так. Свидетельство Божие больше. Ибо это есть свидетельство Божие, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Почему Иоанн так сказать, упор сделал на это? Потому что мы человеческое принимаем, а Божие не принимаем. Вот он доводит до нашего сведения. Если вам человек о чем-то говорит, и вы это принимаете, то вы же поймите, что Божье свидетельство больше, ему больше надо доверять. У нас, у людей, не совсем-то так получается. Людям верим больше, чем верим Богу. И мы это наблюдаем. Идет, ну, я как пример привожу, никого не имею в виду совершенно. Бог говорит, этот человек блудник. Он говорит, братья, вот, ничего не было. Мы кому больше верим? Да он же сказал, он же бил грудь, он же руку ложил на Библию и кричал, братья чистые. Вот насколько трудно. Я понимаю, что сегодня надо говорить о том, что пророки очень часто ошибаются. Я понимаю это. Но тем не менее, Бог говорит, нельзя его допускать. Мы говорим, как нельзя? Почему? Такой хороший брат. Больше верим. Уже почему? Больше верим. Может быть, виноваты люди, с которых Бог действует. Можно много причин поставить на это, но факт остается фактом. Что свидетельству человеческому, к сожалению, мы верим больше. Поэтому Иоанн должен был, когда писал это послание, и говорил об этом свидетельстве, сделать упор, что Богу надо верить. Тем более Слову Божию. Ведь понимаете, что пророк мог ошибиться, мог. Но вот то, что здесь написано, это было настолько тщательно проконтролировано Господом, что здесь нет заблуждения никакого. И мы не верим. Без воли Божией и волос головы не упадет. Скажите, мы верим этому? Скажем, верим! А сколько мы переживаем? А что будет? Ну так ты ж веришь, что без воли Божией волос головы не упадет. Что ж ты переживаешь? А если Бог допустит, ты ж не защитишься никак. Ну абсолютно ничего ж не получится. Верим? С одной стороны верим, а с другой стороны далеко не верим.
Вот если Петр верил Богу и доверялся, то его сковали, ему сказали, завтра голову снимем, а он спит. Он спит спокойно. И, наверное, Петр не говорил в конце, братья, не трогайте меня, я тяжелую прожил жизнь, у меня нервы истропаны, простите меня, но постарайтесь меня обходить стороной, потому что я не могу, я вот такой. Наверное, он так не говорил, Петр, да? Но мы не жили в его время, и жизнь его не описана подробно, что он говорил. Но думаю, что не говорил. И с течением времени, когда он подходил к тому моменту, когда его должны были распять вниз головой, наверное, не говорил, о, чтоб тогда в темнице меня казнили, то был бы спасен. А теперь кто его знает, когда вниз головой повешать буду или нет? Наверное, такого не было. Он был уверен от начала до конца. Он знал, что он делает. Но почему я так говорю? Потому что мы так часто говорим. Я такое часто слышу. И я не унижаю никого, потому что тот, кто унижает, то, как правило, ему приходится самому пройти через это. А я не хочу через это проходить. Я хочу свободно войти, потому я просто факты констатирую. Когда приходит к вечности, говорит, о, если бы это было раньше, я умер, было бы хорошо. А сейчас кто его знает? Видите как? С одной стороны, написано для нас, что если наш внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, а получается и один тлеет, и другой тлеет. Только стоит вопрос, кто скорее сотлеет? Скорее сотлеет до конца внешний, буду спасен. Если первый сотлеет внутренний, то погибну. Вот и все. Но не совсем по Евангелию получается. Поэтому, наверное, мы для этого и Слово Господне слушаем, и вникаем в Него, и молимся, чтобы нам все-таки понять эти Божьи истины и в определенный Господом день свободно войти в город воротами. Мы уже будем кончать, потому что уже без 15, надо еще помолиться.